дорогие друзья, дорогие ивангородцы и гости нашего города, я хотела бы сказать о том, что сегодня администрация муниципального образования город Ивангород впервые проводит конкурс дачников, садоводов и огородников, который называется «Во саду ли в огороде». Добрый день, уважаемые ивангородцы, дорогие друзья, наши товарищи садоводы, огородники. Да, вот мы сегодня хотим начать новую традицию, хотим ее сделать ежегодной. У нас есть уже замечательный смотр-конкурс «Ветеранское подворье», который проводится в рамках не только нашего города, но и в рамках всей Ленинградской области совсем недавно. Во главе с Верой Андреевной, нашим бессменным лидером ветеранского движения. Ну и мы постарались сделать такие призы, которые действительно будут не только знаковыми, но и полезными. Действительно здорово, молодцы, подошли творчески к этому конкурсу и сегодня представили на общее обозрение свои достижения. Ни один участник сегодня не уйдет без подарка с этого мероприятия. Ну а традиции жить и процветать, чтобы больше было здесь участников, чтобы большее количество наших жителей развивали свои огороды, свои сады. С праздником вас! Дачников, «Во саду ли в огороде 2019» награждается Кондратенко Сергей Петрович. Дерево. Котенко Виктор Иванович. Данилова Вера Владимировна. Награждается благодарностью Шкуратова Любовь Михайловна за участие в конкурсе. Комарова Светлана Антоновна. Довголенко Ирина Владимировна. Она уже... Все, молодец. Яковлева Нина Алексеевна. Довженко Любовь Николаевна. Поздравляю. Ну что же, у нас есть два победителя, которые сегодня поразили жюри подготовкой к конкурсу, выставленными работами. Салыкина Ирина Николаевна. Также победителями нашего конкурса становится семья Лулла. Поздравляю. Держите грамоту. Не обидится, если мы, раз семейное творчество, то мы и цветок, и вот этот замечательный кустик подарим. Здравствуйте, участники.